В Анучинском районе на участке трассы Осиновка-Рудная пристань начались асфальтоукладочные работы. Федеральный проект «Качественные и безопасные дороги» позволит капитально отремонтировать 10 километров автомобильной трассы краевого значения. В районе столицы муниципального округа было много участков, которые считались аварийными. На них изъяли рыхлый грунт, уплотнили, заасфальтировали первым слоем. Потом положили выравнивающий слой и теперь приступили к третьему этапу – к укладке основного дорожного покрытия толщиной в 6 сантиметров. На следующей неделе завершится половина работ в направлении Арсеньева, и рабочие перейдут на другую сторону в направлении Ивановки. В дорожных работах участвуют 4 единицы спецтехники, от 5 до 15 самосвалов. Материалы везут из Ярославки, где у подрядчиков асфальтобетонный завод. Еще по графику работ предстоит заменить леерное безопасное ограждение на откосе дороги в районе Виноградовки. Подрядчик ведет работы с опережением графика, останавливают работы только во время дождей.